Итак, снова всем привет, с вами Техномакс, это у нас The Wizards Dark Times VR. И звук микрофона может быть будет хуже. Из-за того, что... О нет. А чё о нет, пофигу. Из-за того, что у меня навернулся, блин, микрофон мой. Петличка. Поэтому сегодня звук может быть хуёвым. Конкретно причём. Главное не чебурахнуться опять вот с этой вот платформы. В прошлый раз с неё упал, блин. Да, я мог вот здесь выпасть, конечно, по бокам, но я вот стоял вот вдоль того борта, прям вот рядом. И хрен его знает, почему выпал. А я не понял. А чё мы встали? А что происходит? Алло, езжай давай. Приехала, остановилась, зараза. Возможно, это чекпоинт. Я вот здесь вот стоял, короче, и туда, за борт. Поэтому нафиг, я сейчас буду стоять где-то вот тут. Заодно посмотрим, как пишет микрофон, я проверю. Будем надеяться, он под тобой не провалится. Это микрофон, короче, с наушников, с моей гарнитуры. Едем, понятно. Нифига себе, у вас тут дофига, ребята. Да ёлки-палки. Что меня сталкивает? А ну стоять. Еще не хватало еще раз упасть. Вот бы тележку взорвать нам. Да хрен, не получится на ходу, а жаль. А идите отсюда. Капец. Кого там взрывает? Чего там взрывает? Я черт его пойми вообще. Ах, что за смерть бы это была? Туда ему и дорога. Надо сказать, твоя жизнь висела на волоске. Моя жизнь висела не на волоске, а на рельсе. И, кстати, мы приехали. Сейчас мы в тени сумеречного пика, не теряй духа. Дальше будет сложнее, и твои силы возросли. Но и твои силы возросли. Она здесь. Ты слышишь это? Ой. А вот кто-то и не доехал. Или переехал. Я очень надеюсь, что будет слышно. Проход вижу. Искра так близко. Что же она сделает? Магия Умбры здесь почти осязаема, но она не так темна, как я того боялся. Давайте, исчезайте, расчищайтесь. Это куда-то туда. Вот это вот лава... полузастывшая. Вот лучше бы она тоже исчезала, если честно, вот 3D-объекта. Вот. Он исчезает? Ну да, свечение исчезает, а 3D-объект никуда не исчезает. Бля, не пугай ты так, ты что творишь? Офигеть.
Так, ладно, сейчас проверю запись. Да, в общем, проверил я звук микрофона, и мне, конечно, он, естественно, после нового не понравился, но что ж поделать. Во всяком случае, меня вроде бы должно быть нормально слышно. Продолжаем. А там надо будет что-то думать с той петличкой. Но это вниз. Оп. Оп. Какой хаос, такого ядра стихии я еще не видел. Я, признаться, тоже первый раз. Кого-то нашел. Ну и ладно. Так, как бы так встать, чтобы поровнее быть. Ну, ядро стихии, я так полагаю, сейчас проверим сразу. А магическая энергия для борьбы с Умброй. Думаю, из-за своего невежества она создала новую стихию. Удивительно. Осколки света. Левую руку у правого плеча. Махните рукой вниз влево. Можно использовать правую руку, зеркально повторив движение. Что, вот так что? И что это? Ага. Хорошо. Далее. Снаряды света. Создайте осколки света, поместите руки рядом, сожмите обе рукояти. Ну, понятно, это стандартно, разведите руки. А, нужно же сделать. А, вот оно как. То есть вот так. Коснитесь снарядов, чтобы запустить их, они сами попадут во врага. Ха, класс. Ну, вот это вот точно самонаводящаяся ракета. Но так мне проще. Вообще гораздо. Ну, если честно, вот с этими снарядами оно как-то чуть-чуть странно. Для того, чтобы она тебе подчиняется, хороший знак. Ты станешь отличным служителем. Ха, ну что за глупости? О, Абламинго. Вроде бы магия неплохая вот эта. То есть я так понял, тут до 5 снарядов примерно. Но пока только 2. И ими просто неудобно пользоваться. Они на лед похожи, кстати, а не на свет. Просто пока вот это вот сделаешь, разведешь, потом коснуться еще. 3 действия нужно, чтобы полетело 2 осколка. Или здесь. Раз, и шар уже пошел. Да даже удар молнии, и то проще. О. Как-то неудобно, короче, пользоваться этой майкой. Ладно, если бы руки развел, и там град осколков сам полетел искать там целью. Было бы круто на самом деле. Как здесь темно, лучше приготовить огненный шар. Можно лук приготовить, хотя он не так уж и светит. Обычная сумрачная пещера. Неожиданно красиво, не правда ли? Эти грибы, должно быть,
не переносят отсутствие света. Должно быть, они накапливают себе свет, наверное, флуоресцентные какие-то, фосфоресцирующие. Бля, какие слова умные знаю. Ну идем. Да тут не так уж и темно, это еще не темно. Вот темно, когда вообще ни хрена не видно. На метр перед собой. Да, это нормально. Там ничего нет вроде бы, никого. А тут факела везде, грибы светят, еще... Там вон то ли кристалл, то ли что-то такое, я не знаю. Тоже свет дает, так что нормально. Остальное мелочи. Чувствуешь, свет тускнеет. Тени приближаются. Приди, приди, искра. Скоро... А, искра скоро склонится перед нами. Ага. Только для того, чтобы встать апперкотом в челюсть зарядить. Так, я не понял. Ты что застрёшь? Не надо застревать. Вот это вот место прям... Тихо. Блин. Место прям мне не нравится. Вот это вот. Вот то вот. Ну, можно посмотреть, конечно. Такое чувство, что вот эта вот фигня должна проламываться, и здесь будет босс. И, кстати, могли бы сделать вообще-то... Ух ты, красиво. Могли бы сделать факел, чтобы можно было взять, я не знаю. Потому что вот они тут стоят, вот эти факела на палках. Ну, взял бы вот так вот. Да не надо. Взял бы факел, да потащил с собой. Делов-то. Это что-то уже как-то это... Интересно становится. Эй! Ага, мост выдвигается, выдвигается и ломается. Сколько можно? Подземные ходы, сущий лабиринт. Найдем другой путь. Я даже знаю какой. Нам нужно сейчас, получается, выйти вот туда и пойти вон туда. То есть обойти. Я же говорю, сейчас проломят вон там. Хе-хе. Ну здравствуйте, туннели полные темневеков. Всем, бля. Ох, нифига себе. Вот уроды, нифига как много. Их вообще тут куча целая стая была. Вообще у... Да ё-моё. Да ты чё? На. Хе-хе, можно пожечь. Вообще у существ, которые живут вот в таких вот темных низких пещерах, как правило, у них маленький рост, огромные глаза и очень злобный нрав. Хрен пойми. Откуда ты вылезешь сейчас? Портал. А, откуда? Отсюда он вылезет. Чё, смешно? С высоченных башен в глубины гор большой путь мы проделали. И бомба сверху еще, давай, бабах. Да иди ты.
Я смотрю, чтобы сзади не начал вылезать еще. А то еще вылезут сзади. Где-то сверху, походу. Да. А, нет, не сверху. Ну, столик. Здрасте, бля. Классно, можно освещать издалека. Что-то непонятно. Лабиринты? Да пошел. Мелочь пузатая. Или это не лабиринты, а ход за очередной дырой гоблинской. Я думал, это за очередным цветом или чем-то еще, предметом, за очередной загадкой, но нет. Да сколько тут развилок и переходов. Если что, надо будет вернуться. Угу. Ну и чё ты, плита, стоишь и смотришь на меня? А, вернулся, ни хрена себе. Алло. А ну-ка нафиг. Зачем так делать? Я не хочу, чтобы меня вот замуровывали. Какого чёрта, там ход был. Мне это вообще не нравится. И чё делать? Ну, писец. Кстати, это ж... Стой, это же лоза. Старые шахты, подземные руины. Что дальше? Катакомбы. А чем это отличается между... Я думал, спросят, что дальше, ядро земли, а нет. Все разрушено нафиг. Очень может быть, что там вот, вот там сзади надо было все-таки вернуться. Ну кто же знал, что завалит выход? Вот это вид, самый настоящий некрополь. Доберись, некромант, до этого захоронения Мелиора бы сдалась за неделю. А где-то я видел что-то подобное. То ли в фильме «Другой мир», там про оборотней вампиров, то ли в «Блейде», то ли где-то что-то подобное было. Вот некрополь вот такой вниз уходил, там по стенкам, короче, все стены были в этих гробах или чем там. У-у-у, как прикольно. Фьють. Далеко падать. Есть ход. Но нет спуска. Значит, спуск с той стороны. Идти туда, выйти отсюда. Я уже потерялся нафиг. Куда, чего идти, откуда выходить? Вот реально ощущение, будто Властелин КС попал. В эти, в копи моря. Или гномьи копи, как они там. Вообще море. А трупов-то тут дофига должно было быть. Гробов много, смотрю. Угу, еще портал. Ёлки-булки. А вот тут реально темно.
Ну так хоть что-то видно. Ай. Нужно же удерживать. О, гоблин. Нужно факела пора сжигать. Хоть как-то посветлее может будет. Ну что, реально лабиринт? Или опять коридор сам на себя закольцованный? Блин, не пугай так. Ну я вижу, куда. Портал. Сейчас вернемся сюда сначала, на начало немного ближе. Может там тупик был просто вот здесь, а может и нет. А, так это ж сокровище. Ну я вижу огонь. А я не понял. Ну хорошо, давайте с этой стороны. Я вижу огонь и вижу вон... А что это такое? Это не электричество же. Не понял нифига. Все равно не понял. Это лед. Че я туплю, а? Это же осколки ледяные. Вот, минус одна печать. Потом... Там получается огонь? Нет. Там свет. Да, там свет. И осталось найти еще огонь как раз таки. А, ну вот и огонь сзади. Все. Что-то это. Немножко мозг клина поймал, такое бывает. Что это? Это какой-то куб. Я в замешательстве. Что это за предмет? Это сейф с каким-то мудреным механизмом, но я не думаю, что его можно открыть с помощью магии. Это уже... Парапан какой-то, но это не сейф. Мне кажется, это сама по себе деталь какого-то мудреного механизма. Тут куча шестеренок. Одной не хватает. Какой-нибудь куб знаний, может быть, хрен его пойми. Или там вообще мини-вселенная какая-нибудь внутри обитает. Я не понимаю назначение этих предметов. Может быть, они просто сделаны так, для атмосферы. В принципе, почему нет? Но хотелось бы, чтобы у этих предметов было какое-то назначение в игре. Может быть, не знаю, куб этот что-нибудь делал бы. Ой. А это разговоры. Когда-то эти пещеры нагоняли на меня грусть, теперь же страх. Не могу перестать думать о том, что наши мертвые предки могли бы восстать против нас по одному зову врага. Да, это страшно, действительно. В скале трещина. Смотри, она связывает катакомбы с каким-то другим местом. Может получится срезать путь здесь? Ну, разве что вниз. Ну, вообще-то, да, какое-то другое место. Это интересный вариант, кстати. Идешь вроде по катакомбам, но чтобы пройти по ним дальше, через пролом выходишь в другое место, идешь через другое место, потом опять в катакомбы возвращаешься. Довольно интересная такая идея. Ой, горилла, сам себя подорвал. О, удачно пошел снаряд. Ну,
Главное не навернуться в пропасть. В этой подземной цистерне когда-то был рынок. Должно быть, до войны здесь было весьма интересно. Гадкие паразиты. Как же их тут много. Поддерживаю, согласен, абсолютно. Ой, чувак, а ты, кажется, застрял. Чё-то он это... не реагировал на молнию. Какой-то молниеустойчивый оказался после удара ветром. Ну, был когда-то рынок. Ну, вот так рынки и сносят. Вроде в городе смотришь, был рынок, убрали. А на самом деле просто специально обычный человек приходит и воздушные магии сносят все палатки, ларьки. А, я понял теперь, как останавливать их бомбы. Да, вот так приходит человек, говорит, по распоряжению такого-то чиновника рынок необходимо удалить. Потом вот так делает. Хоп. И все, и рынка нет. Да что ты там, блин? И тебе туда же. Да ёлки-палки. А их тут дофига, реально. А если специальному человеку, кстати, мешают снести рынок, то приходит Далакин уже из Скайрима и криком просто орёт «Нахуй!» И все с рынка улетают вместе с палатками, ларьками, опять же, торговыми местами. Кончились. Наконец-то. Ворота проржавели, они должны легко сломаться. Да подожди ты про ворота. Тут есть портал. Эх, бля. Чуть-чуть ноги затекли. Стоять в одном положении. А это в каком смысле? Это что сейчас было? А куда весь свет исчез, факела? Факел стоял, что за херня? Вот это мне вообще не нравится. Тюрьма? Да. Тюрьма. Вот дальше. Ой, бля, тут целый город. Там, наверху, где проблески света, должен быть выход. Надеюсь, эти лифты работают. Нифига себе, тут город подземный. Огромный. Ёлки-палки, там... там дна не видно. Ну-ка, далеко до дна будет лететь. Ё-моё, там дна нету.
Офигеть. На самом деле очень крутое сооружение. Выглядит красиво. Поворачиваем сюда. На месте тоже сильно. Ну и ну, внушительно. Кажется, с узниками эльфы сумеречного пика обходились лучше, чем с мертвыми. Что будет худшим из зол? Лишиться света навсегда? Или пасть от него? А она разговаривалась, значит, мы приближаемся к ее последнему рубежу. Не без причины эльфы почти не пускали чужаков в колыбель солнца. Вы просто не понимаете, как эльфы чтят справедливость и мир. Это эхо Эбигейл или шепот Умбра? Я уже не могу их различить. Да хуй его знает, я тоже как-то без понятия. Офигеть. А вот если бы оно там было еще освещено, чтобы было видно, насколько там еще вниз уходит, это было бы еще эпичнее. И если бы он был город как-то, ну, чтобы были улицы видны, там что-то еще. Ну, там что-то видно вдали. Вот где-то вот туда улица еще уходит вроде как. Круть. Очень классно. Мне прям вообще аж. Вот всю игру можно было сделать вот по вот этим этажам, ходишь тудым-сюдым. Такой не киберпанк, но что-то рядом. Поехали. Ага, сейчас. Вот ощущение, на самом деле, когда вот на вот это все смотришь, тут такая архитектура, блин, прям интересная. Как будто попал или в Darksiders какой-нибудь, или в Devil May Cry. Вот что-то вот такое. Что-то готически древнесоборное такое, вместе с тем вроде и город, и планировка, вот именно планировка такая футуристичная. То есть вертикальные города такие узенькие. Класс. Мне, конечно, вот очень понравилось. Но, я так думаю, пора заканчивать. Кстати, зеленый цвет. Ну-ка, руны поменять на зеленый. Ну, зеленый прикольно. А если сделать его с бирюзовыми перчатками, ну это вообще капец. А если зеленые перчатки? Травянистого цвета такого, как будто какой-то друид. Ну, блин, вот желтого не хватает, чистого желтого, потому что оранжевый или что это? Это может быть красный такой. Он как-то не очень розовый, не сочетается. Ну-ка. Во, вот так вот классно тоже выглядит. Травянистые перчатки и руны такие. Круто. Ну, давайте так и оставим пока, наверное. Ладно, давайте на этом пока что закончим. Ну все, а с вами был Техномакс, это была игра The Wizard Dark Times. И еще раз сорян за микрофон, но так получилось. Все, всем до новых встреч, пока. Там, кажется, бабку чуть не пришибло. Не пришибло. Все, всем пока.